Всем привет! Если вдруг у вас перестал обнаруживаться монитор, при условии, что у вас установлен преобразователь на VGA, то есть на аналоговый сигнал цифрового с помощью DisplayPort, то нужно у нас сделать следующее. Итак, просто мы, получается, раскрываем с вами сам разъем с помощью пластиковых заглушек, отсоединяемых. Это все просто делается, можно ножичком поддеть. Показывать даже не буду. И обращаем внимание вот сюда. То есть здесь мы можем увидеть, обнаружить оторванные проводки. Их с легкостью можно, в принципе, припаять без особого опыта. Но не работает она именно из-за этого, как правило. Почему так происходит? Потому что здесь есть кнопочка, и когда вы достаете, допустим, из компьютера этот провод, то просто вырываете эти провода. То есть причина в основном такая. Сейчас попробуем припаять. Вот, хорошо видно, что они оторваны. Ребят, ну что, сделал я преобразователь. Вот, с помощью него подключено. Изображение высветилось. Так, видно, не видно. Изображение, короче, есть. Качество, конечно, у меня, как всегда, хромает. Вот таким огромным паяльником, вот такие маленькие провода все-таки удалось запаять. У кого такая же проблема, кто случайно выдернул сильно разъем, оторвались провода. Припаять можно все, ребят. Конечно, там нужна операционная точность. Ну, в целом сделали.